Приветствую вас на нашем канале. Это рубрика «Мужская кухня». И сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как я готовлю балык из пеленгаса, или как его еще называют, кефаль. Этот балык получается как рыбные чипсы. Вот такой вот он вкусный, очень хороший натуральный продукт, который подойдет для любителей солененького и любителей пива. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мои хорошие, разобрал я рыбу на филе. Сейчас я буду это филе солить. Прежде чем посолить филе, мне надо приготовить посолочную смесь. Я там 6 рыбок, я беру вот таких 6 ложек соли. 6. Вот где-то тут у меня вышло где-то 120 грамм соли. У меня рыбы чуть больше килограмма. Сюда отправляю большую столовую ложку сахарной пудры для усиления вкуса и чайную ложку с горкой черного молотого перца. Все это тщательно перемешиваю. Этой вот смесью я буду натирать филе рыбы. Солиться будет она у меня в течение суток. Даже чуть меньше. Ночь до утра. Утром я ее промою, высушу. И буду это филе вешать, чтобы получился у меня балык. Следующее. Перевернули вот так вот и выносим в прохладное место или в холодильник. Я выношу в прохладное место на ночь, на 12 часов. Через 12 часов я эту филе промою и покажу, что я буду с ним делать дальше. Для вас, как всегда, время пройдет незаметно. Итак, прошло 12 часов, филе просолилось. Сейчас я промою его и оставлю в холодной воде где-то минут на 30. Оставляю на 30 минут. 30 минут прошло. Вот так сейчас он выглядит. После того, как постоял в холодной воде. Сейчас я буду его подвешивать. Подвешивать я буду, как всегда, на деревянные вот такие вот шпажки длинные. Подвешивать буду вот тут, прокалывать эти хвост. Сейчас проткну вот так вот. Вот по 3 штуки я буду брать. И по 3 штуки я буду вот подвешивать. Вот таким вот способом я вывесил рыбу на вешалке. И будет она у меня вялиться. Вот, в процессе вяления я буду снимать и показывать, как будет проходить вяление и за сколько дней оно у меня пройдет. Прошло 2 дня. Вот так сейчас выглядит балык. Еще мягкий, запах очень хороший, насыщенный перцем. Оставляем еще сохнуть. Через пару дней я покажу, как он будет выглядеть. Прошло еще 2 дня, и рыба готова. Вот так она сейчас выглядит. Хорошо просохло. Хочу сказать, что получилось как рыбные чипсы.
учитывая, что рыба была не очень крупная, вот видно жирненькая, такая вот она, если посмотреть, очень хорошо отделяется от шкуры, именно как раз то, что надо, вот видим, да? Я уже попробовал ее, она не очень соленая. Как раз тот результат, которого хотел я добиться. Очень вкусная. Попробую еще сделать с более крупной рыбы, с более жирной. Это видео будет у нас на канале в ближайшее время. Вам хочу сказать спасибо за полный просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы не пропустить еще новые видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.